Книга Adobe Illustrator в дизайне одежды. Книга состоит из 9 глав, каждая освещает свою тему. Глава 1. О мире дизайна. Глава 2. Рассказывает о графических редакторах и их особенностях. В главе 3 мы разбираем подробно оборудование и как его выбрать. В главе 4 мы разбираем Adobe Illustrator, основные функции и свойства. Глава 5. Заливки. Посвящена как однотонным, так и узорчатым заливкам. Глава 6. Все о техническом рисунке в Adobe Illustrator. Глава 7. Как создавать техническую документацию и что в нее входит. Глава 8. Детали и фактуры. Как это рисовать в программе. Глава 9. Дополнительные полезные техники. Как рисовать эскизы и разные приятности. На этом все.